Всем привет, друзья! По традиции мы снова на кухне, у нас свой свет, все как надо. Перед просмотром видео обязательно подпишись на канал, так как много смотрит человек без подписки. Поставь лайк, можешь нажать на колокольчик. Приятного просмотра вам! Друзья, вы не представляете. Пошли сегодня на тренировку. Опа-опа. Иди нахуй, блядь! Какая-то драка пошла, непонятно. Сегодня Саня... Чемпион мира по литроболу идет в первый раз на тренировку. Вот не оно. Не в первый вообще-то. А когда ты последний раз на тренировке был? Ну, давно, но был же. Ну, ладно. В последнее время в первый раз. Так? Да. Покажешь сегодня мастер-класс? Да. Ну все, друзья, мы идем на тренировку. Друзья, никогда не ленитесь чистить машину, чтобы вот так потом не ездить, как индеец. Ничего не видно. Блять, свет выруби, долбоёб. Тонировка полная, пятаком заклеен. Вообще хрен увидишь. Как будто с гор спустились. Да, да. Даже сам ничего не видит. Главное лобовое стекло, да. Главное лобовое стекло. Ну, базар. Ладно, едем с клоуном на тренировку. Друзья, как правильные спортсмены, что надо первым делом сделать? Правильно. Покушать KFC после тренировки. Всегда запомните, после тренировки кушайте KFC. Будете лютыми спортсменами. Да, Саня? Конечно. Вот так вот. Так что всегда кушайте после тренировки KFC. Оделись. Сейчас поедем подруге на день рождения. Кто-то, как обычно, по спортику. Кто-то... как Саша, в джинсах. Чтобы вы понимали, время 2 часа. Пацан еще спит, лежит. Хули ты спишь? А хуй ты меня снимаешь, блядь. А че ты спишь? Тебя бьет? Да. Я, блядь, слег в 5 утра. Блядь, поэтому сплю. Ладно, потом дальше сниму, что да как там. Давай. Чуть-чуть с погодкой не угадал. На улице грязь, а я белые кроссы одел. Поэтому, мне кажется, они станут черные. Сейчас поедем покупать подруге подарок. Увидите дальше, там что да как будет, там сниму. Заехали, купили цветы. Рекламу не буду делать, цветы красивые. Потому что тебя не заплатили. Ага. Что, смешная сам? Скоро будут платить, да? Нет, такие. Кто ее знает, напишите в комментариях. Вообще в первый раз вижу даму эту. Ладно, едем за вторым подарком. Это только цветы. Сейчас будет основной подарок. Там сниму тоже этот подарок. Как он вообще? Че он там? Как цветет, как поет? Приехали за вторым подарком. Вот он. Мишка Тедди. Здоровый Мишка. Миллион мишек вообще, самых здоровых, любых. Взяли Мишку. Вон, белый Мишка. Чё так смотришь на Мишек? Пошли. Всё, взяли. Второй подарок. Мишку. Все, взяли второго Мишку. Вот он. Здоровый Мишка. Ну, прикольный такой. Это вот основной подарок. Будет согревать ее в холодные ночи. Так как у нее никого нету, он ее будет греть. Нежно, мощно. Спасибо. С днём рождения тебя. Спасибо большое. Пойдем в машине унесем. Это не все? Все. Слишком жирно тебе много. Всего лишь 20. Спасибо. Идем дарить основной подарок. Вот уже подходим к машине почти что. Сейчас подарим. На улице прохладно. Давай.
решили. Надо было ей глаза закрыть. Подарок, да. Кошмар! Доставайте блюдо, заваляйте. Нет, блин, нифига. Мне ни разу не дарили вообще. Блин, если я возьму, я его выкину. Он будет тебя согревать холодные ночи в твоей. Спасибо. Ты будешь с ним спать, да нет? Пугай. Он приятный, он рост. Сейчас начинаются женские обряды, фотографии в Инстаграм надо обязательно сделать, да? Поэтому надо снять все такое. Снег падает прям в объектив, мне кажется, там все будет размыто, ну не знаю, ну вот. Сюда было. Вот сюда. Тебе медведя для этого купили. Красиво, чуть сюда встань. Вот она пошла. Съем. Вот он. Инстаграм, шманстаграм. Андрей, не смеши меня. Снимаем. Я убичес. Катя, иди тоже сюда. Зачем ее-то? Кадр портит. Ты мне настроение портишь. Так, Андрей, тихо. Скажите сиськи. Скажите секс. Все, идем в планету. Там полазим где-то, да, что-то я не помню. Вроде еще подпростыл немного голос. Ну, видите, да, в нос говорю. Чмошный, вот эта тема, когда простываешь. Поэтому сейчас надо будет вылезть. А сейчас идем. Ну, друзья, мы уже на трассе. Оделись. Все на моде, на приколе. Да. Высота вот такая. Сейчас будем проходить испытание. Куда надо будет прямо идти. Я вот первое испытание прошел. Пока нету еще крепления голову, чтобы было, ну, хорошо снимать, чтобы каски где-то. Поэтому вот так пока руками буду снимать. Вот так, в принципе, проходят эту трассу. Вот он, скалолаз. Ползет. Я быстро прошла с собой. Молодец. Саша. Я бегу. Давай, Аня. Ты что делаешь, Саша? Я, блядь, отвечаю, я ему секу. Мне и так страшно. Прям секешь ему? Ладно, я пополз дальше. Получается, вот второе испытание. Туда надо вверх. Сейчас поползу. Ну, сюда такая прикольная. Все, вот так это проходится. Держишься двумя руками и шагаешь по ступням по этим. Вот так. Вот она. Аккуратно. Следующее испытание получается, это надо скатиться вон туда, покатимся. Ой, это самое прикольное. Покатимся на тросе. Не знаю, как снять. Хотелось бы снять вот так, держа камеру, как катишься. Но я что-то боюсь, что она упадет. Поэтому я как скачусь, я буду снимать, как Катя покатится. Давай, катись! Ну давай! Нашел тут такое место, где можно остановиться сейчас. Прям на самой трассе стою. Все шатается, чтобы вы понимали. Все, на камере, наверное, не видно. Вон Аня стоит, Саша. Диана с Катей только там. Трасса сзади. Я уже тут решил остановиться. Тут более-менее можно подснять. Вот так весь народ двигается. Тут батуты. Дети прыгают, но тут сальто нельзя делать, так что это не то. Ну все, друзья, вот и прошел я трассу. Осталось просто спуститься. Больше испытаний никаких нету.
жду остальных. Вспотел конкретно. Сейчас мы будем кушать. Да? Да. Проголодалась? Да. Я тоже. Приехали, у меня друзья, уже есть мы. Планы, да, мы приехали. Я больше не хочу. Одного раза мне хватило. Приехали мы на... Часовню Параскевы, пятница. Часовню. Правильно сказала? Да, ты что, позоришь на весь YouTube? Что-то похоже. Приехали мы на часовню, получается. Хараульная гора проходит. Все, друзья, вышли из дома. Сейчас поедем в Макдоналдс. Там бургеры по 30. Купим, покушаем пару штучек, попробуем, как они. Потом посмотрим, может съездим к другу, а может нет. Ну там уже решим, что да как. Все, друзья, приехали мы в Макдоналдс. Новый открылся у нас, красноярский филиал. Сейчас закажем чикенбургер. По 30 рублей бургер, по 10 штук сразу, короче, берем количество. По 10 добавить. Потом, так, 10 добавили, это потом, нет, спасибо. Потом с говядиной, тоже сразу чизбургера. Тоже 10 штук. Попить, давай, бери бургер. Подожди, а что мы тут заказываем, если у меня на карте денег нет? Лоханулись немного, друзья. На денег карты нет. Сейчас пойдем у кассы закажем. Вот заказ, сейчас покажу. Вот так вышел такой заказ. Сейчас принесут, увидим, подсниму, как он выглядит. Вот он, Санек, вот он заказ. Что говоришь? Уничтожим. Сейчас будем кушать, да, вообще уничтожим его. Не оставим от них ни следа. Поехали, друзья. Третий раз ты не позвонишь. Селедку под шубой, картошку с водой. Засаленный город сегодня твой. К друзьям поднимаюсь, ступеньки дрыщат. Мне все очень рады, все мне кричат. Оп, оп. Эй, толстый! Эй, толстый! Эй, толстый! Во сне тоже ем, я и ем на ходу. Я ел так и в школе, и в детском саду. И не расстаюсь я с пирожным и кексом, даже когда занимаюсь сексом. Я... Все, что осталось от того, это вот этот. Но я его не могу съесть, я уже не могу. Поэтому вы не думайте, что мы там какие-то олени и это все выбросим. Я попросил пакетик. Мы все булки соберем в пакетик и обязательно отдадим собакам, чтобы собаки тоже покушали. Вот это все мы отдаем собакам. Так что вы не переживайте, сейчас дальше буду снимать, как кушать. Тут нету смысла, как кушать, мы уже объелись, я сейчас уже тут обрыгаюсь на месте. Вот так вот получается. Это все собака. Вот.
так вот, друзья. Как покушаем, так сниму. Все, мы уже покушали. Все, что съели, то съели. Все, что не съели, то не съели. Нихуя не понял, что сказал, ну ладно. Получается, вот это все собакам, все булки. Все, что осталось, это вот. Остальное мы все съели. Вот так вот, друзья, такие монстры. Ну, это просто так сняли для прикола, посмотреть, да. Сможем, нет, не смогли, слишком жестко. Если с булками, то вообще невозможно, мне кажется. Нереально, просто мощно. Все, друзья, будем двигаться дальше. Найдем собака, дадим собакам, чтобы они покушали. Друзья, всем с добрым утром. Проснулся, приготовил собакам покушать. Это вот вчерашние бургеры, туда перловку сварил и курица. Грудку купил, половину себе, половину собак. Вот так, сейчас поедем, накормим их. Вот, приехали, короче, все уже еду отдал собакам. Вот они грызут, бедолаги, накинулись на все. С пылу жару, короче, ну накормил вот так собак. Вон они, все поедают. Добрые вообще собаки. Вот таким респект. Ладно, мы поехали на учебу, а то опаздываем чуть-чуть. Да ты хлопаешь, блядь, ебана. Холодильник, что ли? И все, собачек накормили. Я думал, они будут рады. С утра подгончик закинутся углеводами. Ладно, целую вас всех. Не, а что ты когда смотришь? Ты если хочешь подсказать, то скажи. Типа это просто не интересно. Ты когда посмотреть нельзя? Ну, ты же посмотришь, то есть там. Да смотреть нельзя. Можно, можно. Это все там вот это. Как так? Нет. Я так понял. Вот. Нет, Дрифт, ты заебался своим нахуй этим видеоблогингом. Короче, контент засуньте прям в очко, нахуй, давай. И это, и потом выстришь. Че? С вами была программа «В мире животных», и перед вами, сука, перед олень. Перед вами был олень, блядь, главный. В мире животных. Прокомментируйте как-нибудь. Вот ты флексишь. Долбоёб.